Тільки запланує, наприклад, закрити кредитку, відразу стається якась халепа, то син захворів, то попала в лікарню, як якесь замкне коло. Ніби зробила, а потратила на очікувані проблеми, що зі мною не так. Вся проблема ваша заключається в тому, що чоловік должен знати, що существует два принципа везения. Это везение и антивезение. Дело в том, что как везет человеку, то точно так же и не везет. С чем это связано? Смотрите, что такое везение. Допустим, есть поезд. И этот поезд, он должен уйти в 8 часов вечера. И человек, который везучий, приехал на 15 минут позже, и поезд этот не уехал, он почему-то там на 15 минут застоялся на перроне, этот человек везучий сел и уехал. А человек невезучий, он приедет вовремя, но поезд уедет раньше. И с чем это связано? Это связано с тотальным проявлением наших эмоций, которые есть на протяжении нашей жизни. Эти тотальные эмоции связаны с тем, как мы воспринимаем окружающий мир, то есть у нас радость или нет у нас радости. Если на протяжении целого дня вы не испытываете состояние радости, вас ничего не удивляет, и вы, в общем-то, угрюмый человек, то у вас включается антивезение, и вам будет не везти. Если, почему? Потому что если угрюмость, то тогда вам будут давать угрюмость, которая будет создавать угрюмость. А если радость, то тогда будут создаваться события в виде вот таких событий, которые будут создавать радость. Вот и ответ на ваш вопрос. Почему происходит так, что человек, отдавая, не может, отдавая кредиты, появляются новые дыры? А это тоже имеет определенное значение. Вы находитесь в эгрегоре. Находитесь в эгрегоре, который вот вас затянул. Это эгрегор деньги. Я об этом очень широко рассказываю. Почему вы не знаете, я не знаю. В своей первой ступени школы Кайлас. И очень там подробно как раз объясняю, почему именно отдавая деньги, мы вновь попадаем в долги и как с этим справляться. Там я объясняю, что единственный вариант выхода из этого эгрегора и вообще выход из эгрегора — это отдавать больше и радостно это делать. Поэтому я понимаю, что вот сын захворел, попала в лекарню и так далее. Нет денег — старайтесь больше денег отдавать. Нет денег — старайтесь больше денег потратьте на какую-то прям нереально ненужную вещь, какую-нибудь там дорогую там картинку, я не знаю, там и так далее. Есть второй вариант — это пост. То есть для того, чтобы выйти из эгрегора, можно пропаститься. То есть выбираете два дня в неделю, это понедельник и четверг, или вторник и четверг, и посвящаете эти дни тому, чтобы вырваться из вот такой халепы, как вы сказали. Почему? Скорее всего, вы находитесь в некой такой ментальной системе, в которой для того, чтобы выйти из чего-то, вы должны пройти путь стенаний или стяжательства. Если у человека все хорошо и что-то плохо, то тогда это долг. То есть вы этот долг должны кому-то за что-то. И вы этот долг можете выплатить дополнительным стяжанием. Каким? Болью, страданием или голодом. Поэтому выберите день и говорите: сегодняшний день я посвящаю тому, чтобы выйти из страданий и своих долгов. И целый день с благодарностью ничего не едите, допустим, в четверг. Если не получается, то и в понедельник, или во вторник, и в четверг. Это проверено, 100% работает. Итак, если вы оказались на таком пути или в такой точке, при которой прям очень тяжело вам, и денежные проблемы вас мучают, одни и те же ситуации происходят, очень тяжелые отношения в семье, не знаете, как это все решить, знайте, это кармически называется долг. То есть вы что-то сделали, как-то поступили, родители как-то поступили, или что-либо в этом мире произошло так, что вы стали должными каким-либо силам. И этот долг можно отдать только болью вашей персональной. Поэтому такую боль можно для себя создать в виде, я это называю, стяжательства. Стяжательство может быть физическое, когда человек там, вот я в свое время старался отдавать физически. И в те дни, когда голодал, я старался физически очень много там заниматься. То есть шел в тренажерный зал, самое неприятное упражнение какое-либо начинал делать. То есть там либо бежал, либо ехал так, чтобы потеть и так, чтобы болело все, чтобы аж мышцы трещали. Это решало вопросы всегда. То есть вот один...
один-два месяца вот такого стяжательства, два в неделю, решала вопросы, которые, по моему мнению, никогда не должны были решиться. Я могу сказать, что 100% это работает.